1 февраля стало известно, что модель Дарья Клюкина получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Клюкина прославилась благодаря телепроекту «Холостяк», в котором она одержала победу. Поклонники главной звезды шоу Егора Крида были уверены, что его отношения с моделью непременно закончатся свадьбой. Однако вскоре после завершения 6-го сезона программы стало ясно, что этого не произойдет. Пользователи сети долгое время гадали, что же происходит у Дарьи на любовном фронте. На днях выяснилось, что девушка выходит замуж. Как сообщает портал super.ru, избранником модели стал 39-летний топ-менеджер «Газпром-медиа» Владимир Чопов. Новоиспеченные жених и невеста пока не рассказывают, как начинался их роман. К слову, о помолвке пары было объявлено в разгар празднования дня рождения Клюкиной. Девушке исполнилось 25 лет еще в начале января, но торжество было решено отложить из-за насыщенного графика съемок.